От всех хористов я желаю поздравить братьев в этот час. И в пожелании оставляю стихотворение для вас. Мы поздравляем вас сердечно с особым и прекрасным днем. Пусть он останется навечно, напоминает вам о том, что вы здесь дали обещание служить Христу, быть образцом для Божьей Церкви, для собрания, для всех живущих в мире сём. И пусть никто вас не разрушит святую веру во Христа, пусть враг покой ваш не нарушит. Держитесь Господа всегда. А когда будут испытания, вы стойте в вере, все пройдет. На все земные здесь страдания Господь духовных сил пошлет. Пусть сам Господь с вами пребудет. Трудитесь и не унывайте. Быть может, тяжело и будет, но вы служение продолжайте. Старайтесь всех людей любить, и невзирая их на лица, а также правильно учить, как нужно к церкви относиться. Быть диаконом – это призвание. Идите с верою вперед, храните твердо упование, ведь вы искупленный народ. И пусть Господь наполнит вас, всю вашу жизнь, и даст вам все, в чем вы нуждаетесь подчас – одежду, пищу и жилье. Служите Богу каждый день, минуту каждое мгновение. Бог – ваша крепость, ваша сень, Он в бедах ваших утешение. Пусть сам Господь благословляет всех наших братьев, деканов, а членов церкви призывает, чтоб проявляли к ним любовь. Пусть этот стих напомнит нам, чтобы труд братьев мы ценили и взор, направив к небесам, молитве к Богу возносили. Еще раз всех вас поздравляем с принятием верного решения. На труд святой благословляем. Желаем всем вам вдохновения. Благослови вас Господь.